картинной галерее округа открылась выставка Натальи Степановой, главного хранителя фондов Люберецкого краеведческого музея. Приурочена она к юбилею художницы. Тему продолжит наш корреспондент. Но когда мы открываем выставку камерную, да еще нашего члена семьи, это в два раза приятнее событие. Семейные события. У Натальи Степановой это уже третья персональная выставка. Называется она «Как прекрасен этот мир». На ней художница представила 38 работ, написанные начиная с 2016 года. Все сюжеты картин навеяны событиями жизни. И поэтому все, что мы с вами видим, практически почти все, это только то, что у меня в голове. Я подхожу к холсту, я вижу эту картинку, и я ее начинаю раскрашивать своим, то есть заливать своим цветом, который я чувствую. Писать картины маслом Наталья Степанова начала в 58 лет. К 65-летию в ее арсенале уже около 300 работ. Многие из них украшают не только выставочные залы, но и частные коллекции в России. Некоторые картины находятся в Мадриде. Цветовая гамма картин такова, что даже если приходишь сюда с плохим настроением, то уйдешь уже точно с радужным, потому что такой потенциал красок, что невозможно не заразиться этим светом. Выставка Натальи Степановой «Как прекрасен этот мир» открыта для всех желающих. Посетить ее можно до 30 ноября. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.